ЦДУ предлагает принимать в детский сад только детей, которым сделали все прививки, как было в ГДР. Решающий день для Нидерландов. Граждане голосуют на выборах в парламент. Основная борьба между консерваторами и правыми. Автомобильное будущее Германии под вопросом. В офисах Audi прошли обыски. Компания может быть причастна к дизельному скандалу. Бюджетный процесс 2018. Расходы растут, но деньги пойдут на беженцев и оборону. Переполох среди родителей. Партия Меркель, Христианско-демократический союз, предлагает изменить правила посещения детских садов. Ее представители хотят, чтобы в детсад пускали только тех малышей, которым сделали все прививки. Представители ЦДУ-ЦСУ говорят, что в Германии все чаще встречаются случаи заболевания болезнями, которые уже давно считают побежденными. И ссылаются на статистику. Лишь в одном из районов Берлина, Шпандау, количество случаев заболевания туберкулезом удвоилось и сейчас составляет до 30 в год. В другом столичном районе Лихтенберг туберкулезом болеют по 116 человек в год. Там даже пришлось создать штаб по борьбе с этим опасным заболеванием. Также растет число случаев заражения тифом и коклюшем. Причин этого явления две, говорят медики. Первая – иммиграция. Второе – нежелание родителей делать детям прививки. Христианско-демократический союз, ЦДУ-ЦСУ, разработал законопроект, согласно которому в детские сады будут допускать только привитых детей. Сейчас его рассматривает комитет Бундестага по здравоохранению. Противники прививок говорят, что подобное нововведение нарушает немецкие законы, ведь каждый ребенок в возрасте от года имеет право на место в детском саду вне зависимости от сделанных прививок. А кроме того, Конституция ФРГ гарантирует каждому гражданину неприкосновенность и свободу выбора в том, что касается его собственного здоровья и здоровья его детей. Пока, согласно законодательству, обязательную вакцинацию федеральные или местные власти могут вести только в случае эпидемии. Обязательная вакцинация существовала на территории современной Германии только в ГДР. Там родители обязаны были проследить, чтобы ребенку сделали прививки от 17 инфекционных заболеваний. Граждане Нидерландов в среду пришли на избирательные участки. Им предстоит решить, кто будет представлять голландцев в парламенте. На 150 мест претендуют 28 партий, но фаворитами называют две. 53-летний Герт Вилдерс, прославившийся своими резкими антимусульманскими высказываниями, возглавляет националистическую партию «Свободы». В случае победы он намерен поднять вопросы о выходе Нидерландов из состава Евросоюза и деисламизации страны, закрытии мечетей и запрете Корана. Опустив свой бюллетень в урну, Вилдерс рассказал, что надеется на хороший результат. Я думаю, мы уже оставили свой след в избирательной кампании. Все теперь обсуждают вещи, о которых мы говорим последние 5 лет. Власти у нас было не так много, но влияние наше росло с каждым днем. Надеюсь, мы станем одной из крупнейших партий. Основной соперник кандидата от националистов – 50-летний премьер-министр Марк Рютте, который ведет на выборы праволиберальную народную партию за свободу и демократию. Именно Рютте был инициатором недавнего запрета на въезд в страну двух турецких министров, что серьезно осложнило отношения между Анкарой и Амстердамом. При этом премьер – главный критик популистской риторики Вилдерса. Некоторые политики лишь раздувают проблемы, вместо того, чтобы их решать. Политический лидер, который хочет лишить голландских мусульман Корана, закрыть наши мечети, лишь болтает, но не принимает решения, необходимые для развития страны. В самом популизме плохого нет, но его худшая форма – обходить стороной настоящие проблемы. Выборы в Нидерландах называют знаковыми для всей Европы. Усталость граждан от эстеблишмента может качнуть политический маятник в сторону националистических сил. В конце апреля начинаются президентские выборы во Франции. Одним из главных фаворитов считается лидер ультраправого национального фронта Марин Ле Пен. В сентябре за голоса избирателей будут соревноваться политики в Германии. И националисты там также составляют серьезную конкуренцию правящей партии. Федеральная земля СААР готовится к местным выборам. Они состоятся 26 марта и могут стать мини-репетицией выборов в Бундестаг. Мини, потому что СААР – самая маленькая федеральная земля Германии. Здесь живет меньше 1 000 000 человек. Репетиции, потому что это будут первые выборы после выдвижения Мартина Шульца кандидатом в канцлеры от социал-демократической партии СПД. И результат голосования может показать, чего ждать от большого осеннего голосования на федеральном уровне.
Мне важно решение социальных вопросов, так что я буду голосовать за левых, или за СПД, или за Die Linke. В принципе, не так уж важно, кто из них победит. Главное, чтобы это были не правые и не альтернативы для Германии, АФД. Я еще не решил, честно говоря, за кого голосовать. Тут так все запуталось, партии столько, и все себя хвалят. А кому верить? В Саарланде, как и во всей Германии, ведущие политические силы, блок CDU-CSU, Ангелу Меркель и социал-демократы, согласно соцопросам, после выдвижения Шульца канцлером, разрыв между ними сократился до 3%. Для жителей нашей федеральной земли очень важна социальная справедливость, поэтому мы постараемся в первую очередь решить проблему безработицы. У нас есть программы и для тех, кто уже давно не может найти работу, и для тех, кто потерял ее только что. Выдвижение Мартина Шульца канцлером многое изменило. Люди опять поверили в нашу партию, и теперь мы нацелены на победу. Мы хотим стать в регионе главной силой. Уже сейчас все хотят заключить с нами коалицию. Кто бы ни победил на выборах в Сааре, в одиночку местное правительство он не сформирует. Нужно будет договариваться с другими партиями о коалиции. Пока самые вероятные варианты – это объединение социал-демократов с левыми из партии Die Linke и с зелеными. Если левым удастся пройти в парламент, согласно опросам, шансов на это у них немного. В настоящее время землей Саар руководит так называемая «Большая коалиция» – союз СДПГ и ХДС. У депутатов этих партий большинство в 69%. Дизельный скандал разгорается. Полиция Германии провела обыски в офисах и домах топ-менеджеров Audi. Компанию подозревают в фальсификации результатов тестов на выбросы вредных веществ. По данным следствия, ее сотрудники могут быть причастны к мошенническим действиям руководства Volkswagen, из-за которых около 1 миллиона дизельных автомобилей по всему миру получили фальшивые заключения тестов на выбросы. Об обысках стало известно как раз в тот день, когда глава правления Audi Руперт Штадлер созвал пресс-конференцию, чтобы отчитаться об успехах своей компании. О происходящем сегодня он высказался вот так. Я не могу ничего комментировать из-за того, что следствие еще продолжается. Могу сказать только, что мы сами заинтересованы в скорейшем установлении истины и в полной мере сотрудничаем с властями. Также хочу сказать, что мы уже провели определенные кадровые перестановки в техническом департаменте. Дело о манипуляциях Audi с данными тестов было открыто прокуратурой Мюнхена в феврале 2017-го. Audi – дочерняя компания Volkswagen. Этот немецкий автопроизводитель оказался в центре скандала, когда в его авто нашли программное обеспечение, занижающее показатели вредных веществ в выхлопах машин. Такие автомобили отвечали экологическим требованиям лишь на бумаге. На самом деле уровень выбросов превышал норму в 30-40 раз. Ранее немецкий автоконцерн Volkswagen договорился с властями США о выплате 1 миллиарда долларов компенсации в связи с Дизельгейтом. Кроме того, расследование в отношении Volkswagen ведут профильные ведомства в ряде стран Европы и Азии. Федеральное правительство одобрило бюджет Германии на следующий год. Власти планируют постепенно увеличивать государственные расходы, оставаясь при этом в рамках сбалансированного бюджета и не увеличивая долг. Согласно планам Кабмина, Германия в следующем году увеличит общие расходы на 1,9%. Эти деньги пойдут на финансирование интеграции беженцев, помощь в целях развития, обороны и внутренней безопасности. Расходы на оборону вырастут с 35 до 38,5 миллиардов евро и составят 1,23% ВВП. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призывал Германию и других членов НАТО увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП страны. Правительство ожидает, что налоговые поступления будут расти, а затраты по займам останутся на низком уровне. Так что занимать у других стран Германия не будет как минимум до 2021 года. Достичь этого удастся благодаря хорошему состоянию экономики ФРГ, считает министр финансов Вольфганг Шойбле. Германия находится на пути роста. Даже в сложной внешнеэкономической обстановке главной движущей силой нашей экономики остается внутренний спрос, а также частные и государственные инвестиции. Даже в сравнении нашей ситуации с ситуацией в других странах большой двадцатки, у нас все хорошо. Окончательно утвердить проект бюджета Кабинет министров должен 28 июня. А вот депутаты Бундестага будут работать с ним уже осенью и в новом составе, после выборов. И если власть в стране изменится из-за прихода новой коалиции, то не исключено, что и проект бюджета придется писать с чистого листа. Даже обильный снегопад не смог заставить жителей Нью-Йорка и туристов остаться дома. Национальная метеорологическая служба США пообещала сильнейшую снежную бурю. На северо-востоке страны были закрыты школы. Власти призвали людей оставаться дома и не выходить на работу.
Однако вскоре прогнозы синоптиков изменились. Осадки оказались не столь обильными, как ожидали метеорологи. В Центральном парке Нью-Йорка выпало около 18 сантиметров снега. Жители города и туристы не упустили возможность насладиться достаточно редким для этих мест явлением. Я сам из Алабамы, но учусь в Майами. Там постоянно около 30 градусов. Так что я к такому не привык. Я все себе отморозил, но мне очень нравится. Все прекрасно. А те, кто не захотел присоединиться к резвящимся в снегу людям, решили просто выйти на пробежку или погулять с собакой. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового времени m-z.tv и на наших страницах в социальных сетях.